Ребят, остановился показать вам всем. Вот смотрите, вот такая вот территория. Вот такие лужайки. Вот такие вот цветочки красивые. Это такие у них школы. Вот. Это такие вот школы у них. Вот так вот все оформлено. Ну, в Африке, ну, очень хорошо. Африка – это прекрасное место, которое Богом не забыто. Дай Бог, чтобы она была такой максимально долго, не испорченной, чистой, красивой.